Восточную Сибирь, в том числе и наш регион, могут газифицировать до 2030 года. Об этом заявил замначальника департамента добычи нефти и газа Виктор Антошин во время выступления на заседании Госдумы. Это значит, что газ может появиться и в Красноярске. Новую схему организации поставок голубого топлива Минэнерго планирует предоставить в правительство уже в апреле. Я напомню, что в июне прошлого года президент Путин поручил «Газпрому» завершить газификацию регионов страны в два этапа – к 2024 году и к 2030.